На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ предприняли три попытки вернуть утраченные позиции. В результате нанесения огневого поражения артиллерии группировки войск «Центр» противник понес значительные потери и отошел. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и «Тор-М1» уничтожили реактивный снаряд типа «Хаймерс» и беспилотный летательный аппарат националистов в районе населенных пунктов «Рубежная» и «Житловка». Авиации группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам со значением живой силы и огневых средств противника в районах Серебрянка, Кременная, Червоная Деброва.